На реке Каз кипит работа. Воду качает из лунок и наливает поверх тонкого льда. Это необходимо, чтобы наморозить переправу. Если погода позволит, проехать здесь можно будет уже через несколько дней. А вот дальше на север пока не добраться. Из-за резкого подъема уровня Енисея притоки его разлились, затопив зимник сразу на нескольких участках. Пока в отрезанных от мира поселках есть все, что необходимо – лекарства, продукты и приличный запас топлива. Но если дорогу в ближайшее время не откроют, ситуация может осложниться. А зимник будет, будет проще, но с продуктами, да, как бы. Ну, первые необходимости продукты есть, так, помогают, ну, также, ну, частым бывает, оформляем грузом, значит, необходимое на вертолете перебрасываем. В зале ожидания Енисейского авиапорта пусто, все билеты на севере Енисейского района распроданы. Да и в таежные деревушки вертолет летает нечасто, два раза в неделю, иногда раз в полмесяца. Сейчас попасть на борт практически невозможно. Ледовых переправ в отрезанных селах ждут как спасение. Билеты распроданы за месяц вперед, купить очень сложно билеты. Хотя мы добавляем дополнительные рейсы специально для этого. И экономим летом, чтобы потом, значит, нам зимой вот так, значит, дополнительные рейсы вести. Открытие зимней дороги напрямую зависит от Енисея. В этом году он засыпает неохотно. Сейчас кромка ледостава стоит между деревней Сергеева и поселком Новоназимово. Но в ближайшие несколько дней в Енисейский район придет оттепель. И ее может отбросить еще дальше на север. А это значит, строительство зимников затянется еще на неопределенное время. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости.